Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 8 июня 2023 года. И вы посмотрите, какая красота! Это внуки Миледи и Шика Доминика. И у нас есть сизая черепаховая девочка. Два сизых ребеночка, один из которых я вижу мальчичек. Этим малышам только-только вот скоро исполнится один месяц. В принципе, они практически уже самостоятельные ребята и скоро будут готовы к переезду в новый дом. Я, скорее всего, наверное, не буду в этот раз оставлять черепаховую малышку, потому что у меня таких уже сизых черепашек есть, несколько самочек. Скорее всего, она пойдет в продажу. Сизый парень мне тоже навряд ли нужен. Я не знаю. Еще, конечно, подумаю. Но мне кажется, из этого помета у меня все пойдут в продажу. Потому что я хочу от Доминика и Нефертити оставить шоколадного пупса. Поэтому, если вам нравятся такие окрасы, это редкие окрасы. А вот этот больше тоже похож на шоколад с поясом. Ну-ка, смотрим, кто это, девочка или мальчик. Ой-ой-ой, мы с козы маленькие, нас еще в руки не брали. Ну-ка, покажите, кто. Ага. Мальчишка. Ну, может быть, себе оставлю. Может быть, оставлю с поясом. Хотела. Хотела с поясом. Тоже мальчишка. Сизый. Так, давай не бояться. Не крутиться. И девчонка. Сизые мальчик и девочка. Ну и черепашки не бывают мальчиками. Это точно девочка. Так что в этом помете есть и мальчики, и девочки. И если вам интересно, обращайтесь по поводу приобретения малышни. Сейчас у нас большой выбор хомячков разных окрасов. Вот такие красотуны. Вот такая черепашка, девочка, вот эта вот конкретно самочка, будет стоить 1500 рублей. Ну, не знаю, посмотрю, если вот тут вот не распушится малыш, не станет длинношерстным, может быть, такого поясатого себе оставлю ребеночка, парнишку. Ой, 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 бегом, бегом, бегом. Ребятки еще маленькие. Рук они не знают. Это первый раз я их беру в руки, несмотря на то, что они, может быть, это все-таки девочка, сильно-сильно меня боятся. Нет, даже вот похоже на девочку. На малявки еще толком. Поджимается вроде как девочка. И что это такое? И боится меня тут. Ой, и бегом, бегом, бегом. Так что, если любите такие окрасы редкие, необычные у сирийских хомячков, обращайтесь в наш питомник. У нас есть уже более старшего возраста хомячки. Пестрые, разноцветные, длинношерстные, короткошерстные, всякие-всякие разные. Цены от 500 рублей и дороже. Пишите, звоните. Может быть, даже будут скидки на хомячков золотистого окраса, не атласных. Не знаю, посмотрю. Так что оставайтесь с нами. Всем пока-пока и до новых встреч!